1500 Буратинка. Посмотрите, какой прекрасный. А чей он, не знаете? Мой. Мой. Шикарно. Здесь еще старенькие есть игрушки. Видим в ролике, да? И Гена стоит. Терял своего Чебурашку. Чебурашка будет завтра в концерте. За этот подсвечник 1500 просит. В принципе, цена хорошая. Можно даже поторговаться. Так, это 10-ка нога от ВАЗа. Скатерть бархатная зеленая с кистями. Шкатулочка 15 000. И тут написано 1652 год, или что это, не знаю. И что-то еще там есть. Какие-то буквы, но вещица красивая. Здесь две такие рамы, дамы в рамах. За 5000 она дает две эти рамы. Это с конем. Ну, это и платье какое-то красивое, все в цветах. Вещицы очень довольно-таки старенькие. Вон по колечкам даже видно. Упс. Угу. Коллекция папирос, смотрите. Только 4500 можно здесь. Ага. Вот написано, коллекция папирос. Польский, да. Это я торгуюсь за две этих, дамы. Зеркало, блин, взгляните только какое. Царское. Да, сказка вспомнить. Не царское это дело, царское. Не царское, нет царское. Шикарно. Ой, немножко подзадубил. Немножко подзадубел. А тут что-то много всего красивого. Серебра наварили. А, это мы давно с вами вот эту штуку встречали. Кормушка для птиц. Пара 6000. Пара два этих люстр. По 3000 получается. Ой, как в снежку красивые эти деревья. А это, наверное, сам кто-то тут разрисовывал. Женитьба Бальзаминова. Какая красота. Театр имени Ленинского комсомола. Угу. Портреты здесь очень ярких таких. Красные губы, как я люблю. Это сказки все это. Я уже сыт. Ты уже одел шарф, платок на голову. Совсем уже ему холодно стало. Ну, шашлыки делает. Он приглашает к шашлычкам. Ну что, что-то подснял. Что-то есть. Какие-то видео для вас есть. Но летом, конечно, вальяжнее, комфортнее гулять здесь. Долго можно стоять общаться, а тут хочется быстро убежать. Куда-нибудь в тепло. А зима, видите, не за горами. Тут как тут. Застало все уже в снежке. И уже никуда не денешься от нее. Все, все оделись, все мерзнут. Тут, как всегда, свадьба. Я, видите, сегодня другими путями пошел. А вот уже привычным путем. Сейчас уже... Так, поснимал, уже можно к кассе идти. Подкрепиться кофеечком. Вот и Чебурашку встретил. Сколько стоит? А зачем? Оно же и так видно. 800 рублей. 800 рублей. Все хорошо, цененько. Теперь я Чебурашка. Мульти. И каждая дворняшка мне при встрече сразу лапу дает. Да, хорошенький. Может взять его в руках нести на сцене-то.
6500 она. А может стоять, может висеть. Вот этой пипочкой. Где она, как навести? Вот эта пипочка включает. Включатель-выключатель. Проворачивается. Ну, для такой вещицы царских времен 6500, в принципе, цена. И неплохая, с родным плафончиком. Заходите, уважаемые покупатели, пришедшие и сказавшие то, что они от Ивана, будет скидка. И вам, и Иван. А сколько процентов они интересуются, скидка будет? Ну... Каждому индивидуально, да? В зависимости от глаз, от подхода. Подачи. От общения. И от товара. Ну, соответственно. Ну, да. Смотрите, какие старенькие игрушки. Вот это совсем старенькие. От 5 до 6 тысяч. Ну, 5-6, в общем, цена за одну. Это получается из ваты. Вот это красивое. Пухляш такой. Это кто, собачка или линенок? Малыш, аист. И здесь еще котик упакованный. Это кто, снегурка? Негритенок. Ой, медвежонок какой хороший. Посмотрите. Там можно так сказать, там у тебя будет услуга предложения. А здесь как бы? Ну да, сразу. Тут забавный тоже, да. Полный, чтобы полный был полный. Да, интересно. Ух ты, и гармошечка вот такая. Поэтому я почему говорю? А гармонь в какую цену? Гармошка? Гармонь. Два зеркальца вижу. Это металл на ножке. Чина. Это 500 отдают. Так. Не, просто здесь стоял хорошо. Места не ровные. Просто... Так, а это побольше из полистоуна, по-моему, он. Но вот овальный, да, редкий экземпляр. Овальные они такие, как правило, дорогие. За 1000, но в итоге за 800 отдают. Вот это? Ну, да, думаю, надо мне, куда я его повешу. Вот хотя красиво. Ну, сейчас погуляю, если никто не заберет, то, наверное, заберу его. Вот потому что симпатичная. У нее... Парочка за 12 продается. Красота. Работа, конечно, тонкая. Хорошая. Видите, какая. Сейчас так не отольют в этом. Не видно. Все. Не сосредотачивается от отхода или от чего, не знаю. Они стоят по-другому. Вон оно все в крапинку, все выработано. Сейчас еще, наверное, дорогой, да, если заказывать. Не гладкие такие, не... Как это назвать? Короче, тончайшая работа. Даже здесь выработано. Вот, блин, как же показать вам сейчас? Сейчас постараюсь. Вот тут, вот. А ну, разрешите. Идеальные. Этого Чебурашку за 200 рублей продают, но он поменьше. Малепусенький, но в фуражечке. Так, такой же коричневый. Ну, матрешка или брошка спросили? Чебурашку. А Чебурашка 400. А, 400 Чебурашечка. Здесь мед продают. Носочки. Ну, людей уже много, видите, рынок. Ожил. Я-то пришел пораньше. Ну, мне надо было по одному делу тут прийти пораньше. Даже куколки утеплились в зимние наряды. О, язык не ворочается. И в меха. Планы бизнеса, торговля, все движется. И красоту наводит. Здравствуйте. И красоту наводит по пути. И продает... Ходим. Да. Так хотела встретить тебя. А, очень приятно. Я моего стола Ваню встречаю. У меня самый волшебный стол. Прям чудо. Да, я сегодня, видишь, раньше даже. Удачную торговлю. Хочется посмотреть новиночки. А это что, водочка или что это? Это абсент. Абсент. 80 градусов. Это вот он черный, да, или какого цвета? Да, Ваня, я вот сама боюсь. Думаю, надо на наименее ценном члене экипажа испробовать. Ой, нравится бомбоньерка. Ну, Ваня, красивая, как на твой взгляд? Симпатичная. Она редкая. Она редкая по своему цвету, мне кажется. По цвету. Ну, у меня вот такие бокалы, вот и схожу возле нее. И главное, гладенькая, вообще ничего. Ну, если бокалы, то тем более. Там снег идет. Снег сейчас везде идет. Ну, давайте. Конечно.
пока конечно. Будете думать. У меня, блин, 20 человек набежит, все равно. Так, ну начался сезон банок, смотрите. У Светы даже банки есть. Сколько там? 4 штучки у него в наличии. А, нет, вот еще 2. 6, как положено. Шан сегодня отдыхает, приболел немножко. Но у них здесь, посмотрите, какая вещица. Вы только посмотрите. Такой кулончик, он маленький-маленький. На нем фотография вот такая вот старенькая. Ну, посмотрите, когда поворачиваешь, что сзади. Смотрите, затылок человека. Необычно, да, прикольно. Обалдеть. 5000 просят за эту штучку. Сколько вы просите? Ну, хочу 4. А это то ли мышь, то ли кость. Ой, то ли мышь, то ли кость, то ли что. Может, кому-нибудь отдам. То ли клык, то ли мышь. Мышь на веничке, смотрите. Да сейчас ножи как-то не особо. Лет 10 назад. Эту, по-моему, я снимал, хотя уже не помню. Но вещь шикарная. Можно делать ее значком видео. Вот этот большой шпиатер, они сейчас за 10 отдают. Ну, цена, честно говоря, отличная. Вот думаю, что может быть взять. О, какая картинка красивая. Золото на фоне зимы, оказывается, это очень роскошно смотрится. Ящерица сидит на чем она сидит? Кувшинчик такой. На, господи, что же это такое? Что превращалось? Карета во что превращалась? В тыкву, на тыквочке. А лягушка это, а не ящерица. Видите, как забавно. Кувшинчик такой. Светильничек у меня есть, я им пользуюсь и очень рад. И у меня есть этой же фирмы еще один, но немножко другой. Но там читается, что это одна марка. Ух ты, там фотография такая свадебная стоит, красивая. Видно вам? Да, здравствуйте. Смотрите, какая красивая. Почем у вас есть? У нее цветы на платье. Как красиво. Тоже портрет, и он даже в бархатной раме. Черный бархат. Здесь дерево, оно дерево плотное и обтянуто бархатом. И бархат уже такой даже поизносился. Это бархат. Сколько стоит такой? Как отдать 10. Как отдать? Почему так все говорят, как отдать? Движусь к кассе. Ножки у меня подмерзли и надо зайти погреться сейчас. Я не знаю, я шел сюда рано и не знаю даже, был ли открыт кафешка-то, короче, не зашел. Что-то я, честно говоря, что-то задумался и даже забыл зайти. Сейчас, может быть, в это кафе схожу, в ближайшее. Здесь есть, чтобы что-то купить. Кофеечку. Ну, сейчас спрошу, может быть, воды нет у Васи, надо купить. Сейчас спрошу, что есть, что нет. Вот эти зайцы, кстати, прикольные. С часиками. 8600. Есть поменьше подсвечник, есть поменьше зайчик с часами. Шкатулочку вижу прелестнейшую. Барышня на ней. На ножках. Легкая очень. 3000, малыш. Ну да, где-то не так и стоит. По крайней мере. Бисквит. Вещица красивая, да, замечательная. Здесь вижу вот такой набор. Кто? А, это Рига, кстати. Как это назвать? Кто это? Бочонки, бочонки. Но повесило здесь. Видите, как красиво, с сухими цветами, в бронзе. Стекло. Здесь вот эту штуковину у нее вижу роскошнейшую. Помните, как-то была такая подобная? В черном цвете, по-моему. Вот это немножко что-то, она там болтается. Наверное, закрепить придется тому, кто купит. А так, конечно, она красивая. Рок изобилия получилось. Да, рок изобилия. Это они в паре продаются, да, вот эти две? Ну, можно и по отдельности, можно, но лучше в паре, да?
Ну, я думаю, грамотная хозяйка, она будет в паре покупать. Да, да, да. Очень красиво. Потому что захочет, ты не найдешь. Да и потом равновесие должно быть в хозяйстве. Да. Так, и еще вот эти, да? Две. Привет, привет. 50. Они одинаковые, да? Это тоже правильно. Это старый Париж, ты видишь. Ну да, это сразу видно. Угу. Красивые силуэты, как будто да. Талия, дама и талия, руки в боки, да? Фигурка, да. Угу. И вот эти у нас еще тут новинки. Так, вот эти тоже старые розы. Тоже парные. Малявки такие. Хорошие. Малявки. Красивые малявки. Да. Они вот формы одну и очень красиво смотрятся. Ну, как раковина вот тоже. Так вот, три. Да? Угу. Так, ну против света не так уж прям видно хорошо. Так, у нее еще бомбоньерочка вот эта бордовая из новинок. Она самостоятельная, к ней нету ничего, да? Угу. Ух ты, и внутри бордовая тоже она. Так, вот эта красота. Роскошь, правда? Все цветочки живые. Вот это бомбоньерочка. И по бокам, по краям тоже цветочки. Еще здесь две. Это на ножках. Немного руки дрожат, потому что морозно. Вот это. Нарядная вся. Ну вот необычная крышка, да? Да, вот она прям звонкий хрусталь, очень звонкий. Края шикарные. Ага, края красивые. Угу. Три разных цветка. Сейчас, сейчас, сейчас. Роскошная, да. Высокая такая, статная. Да, 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 статная. А знаешь, вообще у меня просили лампы поближе показать? Да. Твои. А вот и покажи. Им вам лампы ближе. Посмотрите, здесь ноги все разные. А меня еще ругают, что я говорю ноги. Ножки. Ноги, конечно, это. А что же это еще? Лапы. Тут ручная вся роспись. Вот это очень красивое стекло. Угу, переход. Очень красиво. Света. Цвет. Ой, это я вышел из тепла, и меня в дрожь. Посеребрение у всех, а вот эти вот как бронза. Угу. Здесь посеребрение. Угу. Все посеребрение. Но столько ламп ни у кого нету, сколько у тебя. Вот эта вот латунная, очень красивая, новая, пузатенькая такая. Так, вот, вот тут еще стоят. Ой, какая хорошенькая. Да. Старенькая тоже. Угу. Я вот тут хочу еще заснять. Да, вот эти большие, большие, да. Огромные. По 75 сантиметров. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.